Вы еще не начали возвращать деньги с покупок? Тогда зарегистрируйтесь в EPN Cashback. Высокий процент, быстрый вывод средств любым удобным для вас способом. EPN Cashback. Ник Мора рекомендует. Ссылка в описании. Всем привет! Сегодня будут классные часы у нас в видосе. Это новая модель смарт-часов с цветным дисплеем, офигенной зарядкой, которая не требует никаких проводов, ни магнитных, ни проводных и ни тому подобное. Вставляется в такой коробочке, здесь у нас в принципе вся информация сразу указана, сразу есть QR-коды, чтобы скачать приложение на телефон. Также и для айфонов подойдет, и для Android устройств. Версия Bluetooth 4.0, оперативной памяти 64 килобайта, внутренней памяти 512 килобайт и флеш памяти 16 мегабайт. Диагональ экрана у нас 96 дюйма с разрешением 160 на 80 пикселей. Процессор установлен Nordin 528-32, материал у нас ABS пластик и также силиконовый ремешок. Поставляются они в различных цветах, в моем случае это красный с черным. Новинка данных часов заключается в том, что у него классная анимация, и естественно то, что у него зарядка осуществляется сразу напрямую из часов в USB порт. Снять, конечно, ремешок довольно тяжело, вот так вот снимается, и здесь у нас сразу контактная группа. Вставляем USB и можем заряжать данные смарт-часы. Второй ремешок также можно снять и заменить на какой-нибудь другой. Если вам надоел красный с черным, можно купить, например, зеленый с желтым. Также вставляется, все зазоры пропадают. Довольно неплохо. Сидят на руке. Давайте сразу посмотрим, оденем. Ремешок тактильно приятный. Размера здесь хватит на любую руку. От самой толстой до самой тоненькой. У меня, в принципе, рука очень тонкая. В принципе, на руке сидят комфортно, не мешают за счет своих вот изгибистых форм. Итак, давайте по дисплею пройдемся. Главный дисплей нас встречает заряд батареи, время, красивая анимация и снизу дата. Следующий у нас шагомер с красивой анимацией. Дисплей очень такой насыщенный, четкий. Анимация очень четкая, красивая. Следующая — сожженные калории, пройденный километраж. Дальше у нас сердцебиение. Сразу и проверим. Датчик сработал. Сейчас посмотрим, что у нас по сердцебиению. Сейчас он подсчет сделает. Все, вибро сработало. 76 ударов. Отлично. Режим спорт. Можем перейти, удерживая кнопку. И включить старт. В принципе, сразу включается старт. Здесь у нас сколько шагов, сколько калорий сразу и какое сердцебиение в онлайн режиме. Также, удерживая кнопку, можем это все остановить. Следующее у нас отслеживание сна. Потом сообщения, можно принимать звонки и читать сообщения. Также можно сделать задержку, чтобы дисплей выключался чуть позже, если вам не хватает, например, времени. Поиск устройства. Это если далеко он от телефона, то можно найти, или телефон будет мелодии играть, или сами часы на телефоне. Часы будут вибрировать при этом. И также у нас идет еще секундомер. Можем запустить, остановить, сбросить и так далее. Добавили функцию, довольно удобно иногда бывает. Прежде чем искать в телефоне, можно сразу на часах запустить. И также кнопка выключить с версией устройства. Часы можно обновлять без каких-либо трудностей. Также, удерживая, мы можем включить или выключить данные часы. Но нам это не надо. Можно изменить дисплей, ставить более большие с планетой часы. Также можно изменить. И можно также скачать различную анимацию часов через приложение и добавить в часы. По сборке здесь, конечно, претензий абсолютно нет. Никаких, не скрипят, не трещат, не разваливаются на ходу. Датчик работает вполне адекватно. Работают они до 15 дней. Емкость аккумулятора 120 мАч и полностью водонепроницаемая. Заявлена защита IP68. Поэтому можно обратить на них внимание. Для тех, кто вот искал именно такие вот с более красивой анимацией, более плавной анимацией, более быстрым процессором, с большим объемом памяти. Хороший вариант. На подарок для своих любимых или родственников, или друзей подойдет просто на ура. Ссылку оставлю в описании под видео, если кого-то заинтересовали. Приложение также есть на русском языке. Можно скачать, установить, переустановить язык, и будет вам счастье, как говорится. Можно и по картам отслеживать свои достижения спортивные, по онлайн-картам. Также отслеживать свои графики и ставить даже будильник. Не забудьте поддержать видео лайком, поделиться данным видосом со своими друзьями. И всем спасибо за просмотр, всем до скорых встреч, всем пока!